В общем, я не умею говорить такие слова и никогда никому не говорю. Игорь. Просто скажи, да или нет. Я смог сказать, смог прийти, скажи и ты. Так нельзя. Найти причин бесчинствовать, я спокоен. Это уже неизлечимая паранойя. Все же ты можешь меня спасти, подобно Ною. Но я не уверен, что ты знаешь, кто я. Только уставший и одинокий, кто любит дождь, дождь. Только те, кто под ним не мокнут, кто любит сны, сны. Те, кто здороваются с рассветом, кого любишь ты, ты. Расскажи про это. У меня есть два повода позвонить, и оба про любовь, которой не было и нет. У нас есть две чашки кофе до утра говорить, а потом вместе встретить рассвет.